Одно з головних питань серед гульців вашого лото – кому шанцює частіше? Жыхары малых городов с упэўненасцю гавораць, что головные призы атрымліваюць меньшанне. Але гэта не так. Так, например, сегодня у Могилеве, каб уручыць гэты новый и стильный автомобиль сям'е Демьяненко. Бабушка привезли пенсию, и она спросила у почтальона, есть ли у них билетики ваше лото. Она сказала, что есть. Бабушка взяла два билетика, проверяла билет по телевизору и увидела, что билет выигрышный. И выиграла автомобиль. Она нам позвонила и сказала, что дети, я выиграла автомобиль. Мы очень обрадовались. Когда просто никогда не выиграли ничего, поэтому мы так поверили и обрадовались очень сильно. Дети все обрадовались. Однако отмечу, что эта бабушка не единственный крупный выигрыш. Она еще до этого выиграла крупную сумму денег. Примерно 10 лет тому назад бабушка выиграла в ваше лото сумму 10 миллионов старыми деньгами. Наша бабушка в возрасте 73 лет попросила, чтобы мы получили ее выигрыш. И поблагодарили ваше лото за столь хороший приз. Ольга Кирилловна, мы забрали ваш приз и скоро приедем на новой машине. Ждите! Щедрая весна с вашего лото протягивается. Каб опынуться у лику пераможцаў, треба загадя купить двоечку квитков в ваше лото. И вам обовязково пошанцуе. Бо менавіта хто гуляе, той и мае.